там инструкция, как бы считается, правильно же? Тора за некра. Просто Тора это творец. Вот это творец. Это творение. А здесь есть система. Тут пять миров. Сферот. Ну, Парцуфим. Наранхай. Кахабзон. Всякие детали, части, в которых света, келим, все это называется Тора. То есть система, которая связывает Творца с Творением. Система. Пять миров, Наранхай, Келим, все, все эти вещи. И закон, разумеется, системы, что все это для того, чтобы привести к подобию творения и Творца, чтобы они были подобны друг другу. Поэтому сказано, создал я злое начало, вот тут вот злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает творение к Творцу.